почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Пишу, творю, живу, влюбляюсь, верю в барабашек, боюсь грозы, люблю красивые мужские руки, Стэнли Кубрика и писать книги. Признается, молодая сочинительница, гламурная блондинка, в 19 лет перешедшая на крупную прозу, Мария Свешникова. Утверждают, что цитаты из ее книг «Факты», «Be mine», «Небо номер 7» стали крылатыми и вошли в народ. Видимо, я не народ пока, потому что не подозревала о существовании ни этих книг, ни их автора. Будем исправляться и двигаться к народу, решила я и прочитала творение Марии Свешниковой «Артефакты». Аннотация прямо называет этот роман новым бестселлером автора и сулит захватывающий смесь глубокой драмы и умело написанного детектива. Это обещание сбылось в кубе, ибо в книге такое невероятное количество невероятных событий, такое месиво трафарет персонажей и умопомрачительных коллизий, и такая бешеная скорость движения сюжета, что невольно начинаешь опасаться за свой разум и сохранность эстетического здравомыслия. О чем все эти 477 страниц? О смерти и боли, любви и страсти, творчестве, мести, зависимости и прощении. Но главная тайна. Итак, героиня по имени Маша просыпается в писательском доме в Лаврушинском переулке. Все знают это дом, это место, и то, что часть окон выходит на Третьяковскую галерею, но писательница упорно описывает это место и то, как рано проснувшись, героиня, цитирую, накинув на пижаму длинный вязаный кардиган, отправилась в ближайшую кофейню завтракать, чтобы никого не будить. Так, даже не почистив зубы и не расчесав волосы, она спустилась в свою камерную осень. Спасибо автору за эти так необходимые подробности. И тут-то случается роковая встреча с бывшим. Это Алик Романович. И опять цитаты. «Мы с Аликом снова в едином пространственно-временном срезе, и сердце просит не то объятий, не то корвалола». Привожу выдержки из артефактов для ощущения и понимания, как говорится, слуга автора. Эта встреча и приведет к череде других встреч, хаотичных и неуправляемых. Линда, подруга Маши, оказывается в реанимации с отравлением. Таня заказала Киру, но Кира выжила. Исчезнувший дневник художницы хранит множество секретов. И все эти тайны, все эти Киры, Карины, Линды, Тани, Алики, Максы, Маши, как мелкие стеклянные бисеринки, рассыпаются, прячутся, меняют цвет. Кому это интересно, кто любит такие драмы, артефакты Марии Свешниковой будут по вкусу. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».